36-летняя певица порадовала поклонников откровенными кадрами. Саша Савельева примерила наряд наоборот. Экс-участница группы «Фабрика» проводит время на карантине с мужем Кириллом Сафоновым и годовалым сыном Леоном. Молодые родители наслаждаются неспешными семейными днями с долгожданным наследником. В перерывах между домашними делами и хлопотами Саша не забывает доставлять удовольствие своим фанатам. Она обнародовала пикантные снимки. Саша позировала в светлом мужском пиджаке оверсайз. Певица сделала красивый макияж с акцентом на глаза. На одних кадрах она предстала с распущенными волосами, для других собрала их в небрежный пучок. Особую изюминку креативному образу звезды придал тот факт, что она надела пиджак на голое тело наоборот. Молодая мама продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги. Саша иронично пошутила над количеством свободного времени в условиях самоизоляции. Сегодня пробовала надеть платье из подушки, сделать костюм из шторы и пальто из одеяла. В итоге я решила просто надеть пиджак наоборот, рассказала Савельева. Саша призналась, что переживает непростое время. По ее словам, ей помогает особая медитация. Певица пересматривает фотографии и перебирает хорошие воспоминания. Это отвлекает от мыслей о сегодняшнем дне. Каждый момент, когда вы начинаете думать о чем-то плохом или грустить, посмотрите ваши самые яркие фото и видео с друзьями, с отдыха. Закройте глаза, расслабьтесь и подумайте о том, сколько еще всего впереди прекрасного вас ждет. Ощутите те самые моменты, вспомните до мельчайших деталей, посоветовала Савельева. Ранее певица восхитила поклонников кадрами фотосессии в прозрачном мини-платье. Она показала себя на последних сроках беременности и эмоционально обратилась к мужу. Савельева и Сафонов вместе уже около 10 лет. Певица и актер признались, что мечтают еще как минимум об одном ребенке.